Привет, народ! Сегодня я бы хотел рассказать о конкурсе, призы для которого подготовила компания «О-Грилл», которая продает одноименные газовые грили «О-Грилл», в принципе, о которых вы все уже знаете. Кто не знает, ссылочка будет в описании на тест этих грилей. Но сегодня у нас в призах это горелка, которую мы используем в наших походах. Газовая горелка портативная, очень маленькая, удобная, компактная. Второй наш приз – это интересный газовый гриль инфракрасный, бюджетный, портативный, который скоро появится у нас на тестах. Мы сможем его оценить, как и что на нем готовить. Для того, чтобы участвовать в этом розыгрыше, надо сделать несколько простых вещей. Во-первых, быть подписанным на канал, поставить лайк этому ролику и написать комментарий под роликом до начала розыгрыша. Все это надо сделать до начала розыгрыша. То есть сегодня увидели, сегодня все сделали, все, спокойно участвуйте. Потом случайным образом специальный сервис выберет победителя, двух победителей. Первый победитель у нас получит газовую горелку, второй победитель получит газовый гриль. Ну и в комментариях напишите, с какого вы города, как вы вообще узнали про канал. И что бы вы сделали с этими призами, будь они вашими. Либо что вы видите, какие плюсы в них, какие минусы. Может быть, вы что-то можете рассказать вообще о грилях, о грилл, которые вы уже использовали или имеете у себя в наличии. Нам будет очень интересно. Участвуйте, выигрывайте. Спасибо. Пока.